Всем привет! Сегодня 17 июля, и я нахожусь в Киеве, и вот такая вот здесь сейчас жара. Середина лета, да, и я иду в курточке. Поэтому очень прикольно, очень жарко называется. Конечно, я люблю такую погоду, мне очень комфортно, мне это очень нравится, и гораздо лучше, чем жара. Но, конечно же, если кто-то хочет приехать, может быть, на речке, хочет на речку поехать отдыхать, то это вообще не вариант. Потому что в такую погоду купаться, ну, это разве что после пробежки. Вот. Так что тем, у кого солнце, пляж летом, передаю привет огромный. А тем, кто так же, как и я, ходит в курточках, примите мои сочувствия. Может быть, вы тоже любите, как и я, такую погоду. В общем-то, всем хорошего дня.